Здравствуйте. Мы переехали из города Харькова в область во время войны. Я мать-одиночка, 6-летнего сына. Моя семья — это я, моя мама, мой сын и мой брат. А мой ребенок в наушниках, потому что недавно я узнала, что моего брата призвали на войну. Он будет проходить обучение за границей, и мой сын об этом не знает, потому что это последний мужчина, который остался в нашей семье. В Харькове я потеряла официальную работу, выплат, пособие по матери-одиночке. Поэтому мы просим оказать помощь наших зарубежных друзей, зарубежных спонсоров, потому что мне одной тяжело. Учеба началась онлайн. Я нашла неофициальную работу, хожу на вторую смену. Первую смену онлайн занимаемся с ребенком. На вторую смену я ухожу, ребенок остается ненадолго один. Пытаемся как-то выходить из ситуации. Домой возвращаться еще страшно. По очереди дежурим с мамой. На онлайн-обучение понадобятся какие-то гаджеты. Сейчас есть старенькие гаджеты, но на них работать не очень удобно. Просим помочь, если есть такая возможность. Мирного неба. Спасибо всем большое.